Федот Тумусов получил удостоверение депутата Государственной Думы России. Сегодня в Центре избиркома Якутии прошла торжественная церемония вручения документа. Напомним, что Федот Тумусов, действующий депутат Госдумы, выдвигался по одномандатному округу. На выборах он набрал более 37,5% голосов избирателей. Приоритетной задачей в работе Тумусов называет экономическое развитие республики, в частности, защиту прав и интересов северян.